Всем привет, добро пожаловать на наш канал. Сегодня мы с утра решили отправиться в торговый центр Terra City. Он находится в Ларе. Мы вверх по бульвару от нашего отеля Suite Laguna. Кто не смотрел, мы отдыхаем в Анталии. С противоположной стороны от моря вверх поднимаемся до вот этого оживленного бульвара, который мы сейчас переходим по мосту. От него мы сядем в сторону Лары на любой автобус, который следует до Terra City. 8, 9 и 10, 3 автобуса. Да, в соответствии 8, 9, с Google картами, по Google картам, 8, 9 и 10 туда едут. Но мы видим 8 автобус, который мы привыкли уже ездить. Да, возможно, на восьмерку и сядем. Сейчас пополним Анталия карты и вперед. Вот здесь с моста вот такой вид. Немножечко вам покажу. Красота. И вот она остановочка. Сейчас мы на нее сядем. Номер остановки 129. Это вот от нашего отеля, как я сказала, чуть вверх. И вот здесь все абсолютно маршруты. До Terra City, получается, у нас едет KL08, LF09 и LF10. Вот, они идут до Terra City. Остановка... Я не помню, как называется, я, вернее, даже не смотрела, как называется остановка. Да? Ну, как это? Дотопки Террасити. Я такое не вижу. Остановку Террасити. А, вот. Вот. Террасити здесь, в 8-м. Террасити в 9-м. Поближе к тебе. И в 10-м где-то тоже. В 10-м нет. Не вижу. Все, на 10-м мы не поедем. А она может быть по-другому называться. Она может быть в другом месте остановка, и название у нее другое. Возможно так. Я просто открыла с утра Google карту. К моей великой радости в Google карте появились все маршруты и расписание транспорта общественного. Не было их, они периодически, видимо, Google не оплачивают. И убирают. Нет, 36 не подходит нам. Но, тем не менее, вот эту остановку я под видео оставлю ссылку на ее расположение. Всего там минут 3-5 пешочком, и вы до нее доходите и садитесь. На противоположной стороне, если вы перейдете по вот этому мосту, сейчас покажу, вот мы сейчас шли вот по этому мосту, вот видите, он рядом. Мы перешли на противоположную сторону, и там, на остановке, банкомат пополняется карты, Анталия карт. На октябрь 2021 года проезд в общественном транспорте в Анталии стоит 4 лиры 1 куруш, 4.1. Можно там посмотреть баланс на терминале, сколько будет, сколько у вас на карте денег, насколько вам поездок хватает. Еще ложите. Это все делается быстренько, моментально, я уже показывала. Так что вот пополнили и все, езжайте куда угодно. Все, мы сели на 9-й автобус. Едем, сейчас смотрю по офлайн-карте. Вот, я уже показывала офлайн-карту. Вот слева стрелочка, это мы едем. И вот звездочка синенькая, это Terra City я обозначила. Вот так вот в этом приложении смотрим, как двигаемся и когда выходить. Очень удобно. Ссылочка будет под видео. Пользуйтесь, скачивайте, пользуйтесь. Все, мы приехали на Terra City. Остановка вот она. 165. Вышли. И вон он, Terra City. Сейчас я вам покажу. Вон он, большой центр на той стороне. И рядом, в обратную сторону ехать, вон тоже остановочка. 10-118. Это обратно ехать. Все, идем в Terra City. Вот мы зашли. Также хэс-код проверяют. Маски. И на первом этаже сразу же Zara. Женская, как я понимаю. И вот сейчас покажу, как он что-то из себя представляет. Этот Terra City. Слушай, ну здесь так крутенько. Так красивенько. Внизу кафешки. И не только. Там еще этаж. Так, сколько этажей? Раз, два, три, четыре, пять, шесть этажей. Синема-парк на 6-м, на последнем. Круто, очень круто.